Какие только виды спорта Сочи не принимал. Но вот турнир по японскому мини-волейболу впервые. На открытый городской турнир приехало около 200 участников. Это команда из Красноярска, Сахалина, Москвы, Бурятии, Казахстана, Владимира и родоначальницы этого вида спорта – страны восходящего солнца. Кстати, президент Всеяпонской ассоциации по мини-волейболу Хидетоси Кодзима приехал в Сочи лично. Говорит, наши страны этот вид спорта должен обязательно сблизить. Поэтому даже футболку одел с флагами двух государств. В Японии мини-волейболом занимаются более 100 тысяч человек. Секрет популярности в его простоте. Люди выходят на площадку и просто наслаждаются игрой. В Россию мини-волейбол мы привезли в 2002 году. И вот сегодня приехали в Сочи, чтобы и здесь его развивать. Мини-волейбол очень похож на классический, но есть и существенные отличия. Низкая сетка, небольшое поле, меньшее число игроков на нем. И самое главное, очень легкий мяч, всего 50 граммов. Такой нетрудно подавать и отбивать. А значит, этот вид не травмоопасен, и играть в него могут спортсмены любого возраста. Кстати, первыми в нашей стране это поняли на Сахалине. Там уже давно проводят турниры по мини-волейболу. Даже несмотря на отсутствие поддержки, команды стараются выезжать на состязания. Так велико желание играть. Спонсоров у нас нет, поэтому мы сами организовались, мы сами заказали форму. Все это организовали, взяли свои отпуска, кто-то в счет отпуска. Дорожные и собрались и приехали. Сочи тоже старается не отставать. Город выставил сразу 30 разновозрастных команд. Много сборных приехало и из края. На Сахалине уже играют, проводят спартакиады в детских садах. И у нас в Краснодарском крае вот есть тоже станица Павловская. В станице Павловской есть Жуков Александр. Он уже развивает там тоже в детских садах этот японский мини-волейбол. Так что мы в Сочи, в общем-то, скажем, развиваем одновременно. И в Краснодарском крае он тоже уже начал свое развитие. Мини-волейбол называют фитнесом с мячом. Пользы от такой физической активности очень много. Организаторы уверены, в Сочи с его волейбольными традициями, в городе, который воспитал двух олимпийских чемпионов, мини-волейбол обязательно приживется. И уже в следующем году турнир соберет еще больше участников со всей страны. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.